Ах ты, что ты поделаешь? Всякое бывает. Так. Прокомментировал я для себя пистолетку. И второй раунд, и ножи, и просто я просто царь для себя. Так. Так. Второй раунд для команды Киберплейс. И что я тогда вначале говорил, я уже забыл даже. А, третья решающая карта, Денюк. Кто выигрывает, тот побеждает на турнире Киберплейс. Fast Cup. На первом турнире, даже так можно сказать. Ну и пока что у нас Киберплейс нормально начали. 2-0. И это третий раунд, значит 3-0, вот так вот. Так, скупка, вот, топ-1, и есть первая респа у товарища Санета. Санет, давайте посмотрим за ним, да, вот он, есть у него флеша, и будет, наверное, открывать он скрип, и это будет фаст выход на открытый. На, точнее, на верхний план. Да, Санет делает и ТТТ по минусу. И отлично просто. Все отлично. Интайм минус Санет. Врывается интайм, наверное, в пристройку будет врываться после хаешечки. 4-3 ситуация. Интайм откидывает флешечку. Писпал минус ТТТ. Врывается, зажимает интайм. Здравствуйте, минус здравствуйте. Вульф делает минус 2. Отлично просто. В нужный момент. Он это сделал, и 2 в 1 ситуация, и все правильно, вместе вышли, вместе убили. Четвертый раунд для команды Киберплейс. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И слив от команды топ-1. Хотя бы можно взять гранаты и сделать эко-раунд. Да, они меня слышат, и они это делают. Вот так вот. Так, Вульф имеет первую респу, и что же ты делаешь? Ага, вот так вот. Так, я не понял, куда он флешку запустил. Ну да ладно. Прием ЛЛ. И просто тут все трупы, труп. Быстрый слив команды топ-1.
Хотя могли засесть на верхнем пленте и показать свой скилл с пистолетом. Так, скупка. Вторая скупка. Команда топ-1 и должны что-то предпринимать товарищи. Так, Вульф у нас играет на ЛЛ с товарищем. Здравствуйте. И здравствуйте, как мы видим, делает минус in time. Снизу у нас играет Peaceful, уходит он в короткий. И нужно тут идти в каналы команде Киберплейс. Здравствуйте, подрывает, нашивает еще Калемина. Гравер минус ТТТ, Санет минус Гравер. Ты в два ситуация. Вульф, Санет минус... Подождите, что-то я не могу понять, что происходит у нас. Так, все правильно, Вульф врывается в короткий, убивает там Peaceful. И Санет у нас остается единственный, последний. И я пасик забирает его. Первый раунд для команды топ-1. Ну, непонятно, почему ребята из Киберплейс начали ставить бомбу. И прыгает у нас ХЛТВ. Так, взрывают у нас Peaceful. Peaceful. Как же сложно это произносится. Так, ТТТ минус Гравер уже. Толик минус ТТТ. Разменялись ребята. А дальше? Так, видел Вульф кого-то в пристройке. Получает хаешечку. И мне кажется, надо идти. Надо идти на верхний плент. Так, я пасик видит весь раскид. Просто отличный... Раскид. Все гранаты, по-моему, словил. Да, Вульф минус Япасик. Здравствуйте, выходит на ЛЛ. Минус Интайм. Санет минус Толик. И последний Peaceful умирает от Вульфа. Шестой раунд для команды Киберплейс. И вот они. Вот они, Киберплейс. Это то... Мы сейчас видим то, чего не видели на Детрейне, наверное. Это так. Так, слив или... Не, эко-раунд. Эко-раунд у команды топ-1 и заход в пристройку. И сейчас минус один. А где Санет? Ушел уже? Ну да ладно. Санет спрятался. В желтом. Так, зажали тут Санета, отбирают у него АКМ. Без патронов. Калемин минус Peaceful и последний in time тоже умирает вот... Здравствуйте. Седьмой раунд. Берут у нас Киберплейс. Счет 7-1. И еще один шанс взять раунд от команды топ-1. Есть у них закуп. Ну а у Киберплейс есть первая респа у Вульфа. И что же он сотворить? Позволит сотворить. Как это можно еще сказать? Ой-ой-ой, прыгает КЛТВ, я пасик минус Вульф. Санет минус Толик. И 4-4 ситуация. Можно, нужно что-то делать ребятам из Киберплейс. Как-нибудь выходить, убивать и тому подобное. Peaceful минус... Здравствуйте, пожал. Peaceful у нас на SLL. Прошивает еще Калемина. 52 хп у него остается. И что же придумает у нас Киберплейс? Ну, вдвоем идут они на рампы, ну а Калемин у нас остается в желтом. Нет, Калемин все-таки идет с ними. Выходят ребята на рампы. И по 9 что ли идут? Да, должен заход по 9 быть, мне кажется. Там никто не контролит его, да. Бывает Гравера и... ПП, надо каналы контролить еще, говорят. Иногда такое. Калемин спрыгивает, 28 хп у него остается. Япасик убивает ТТТ, бомба установлена. Убивает Калемина и остается у нас последний Санет. Посмотрим, давайте за ним. Будет он действовать с 9.
Откидывает одну флешечку. Уходит. Есть еще одна флешечка в запасе. Убивает он всего лишь интайма. Ну и бомба дефьюзится. И это значит второй раунд для команды топ-1. Так. Так, Санет есть респа. Точнее, была у него респа, и он открывает этой респой скрип, выходит за вентиль. Контролит 9. Где же так теряют хп? Слазит хп у Киберплейс. Устанавливается бомба. Пока что Киберплейс у нас в пятером играют. Минус Калемин. Минус от Калемина. Санет умирает тут Писфола. Здравствуйте, минус Интайм. И остается у нас последний Писфол. Писфол. Ну, не снес он Калемина. Жаль. Восьмой раунд для команды Киберплейс, и уже в сторону они точно выиграли. Уже должны радоваться, наверное, этому. Возможно. Ну и надо больше брать раундов, мне кажется, Киберплейс. Нельзя останавливаться на одном. И вот Вульф уже делает минус Гравер. Экраунд у команды топ-1. Япасик у нас будет принимать с вентиля. ТТТ делает уже минус 2. Интайм тут заходит у нас на единичку. Минус ТТТ забирает девайс. Вульф убивает у нас Япасика. И остается у нас последний Интайм. Есть у него АКМ. И есть 47 хп. Вот так вот. Прошивает его Калемин. Девятый раунд для команды Киберплейс. Ой, как жестко. Как все жестко делает у нас Киберплейс. Не дают шанса топ-1. Что-либо сделать. Так, Писфул врывается. Делает минус Вольф. Санет тут принял. Нет, Калевин принял у нас тусовку на радио. Здравствуйте, минус Толик. Гравер минус Санет. И 2-2 ситуация. Поставлена бомба. И зачем же так делать? Та-та-та. Остается у нас 1-2. Убивает он уже одного. И последний у нас Япасик. Что ж ты ставишь, Япасик? Третий раунд. Третий раунд для команды топ-1. И не все потеряно. Для топ-1. Мне кажется. Так, есть одна респа у Вульфа. И что же он будет делать? Он, по-моему, пойдет. Да, выходит он на рампы. Закид гранат тут Киберплейс за спину Вульфу. Вульф уходит слепой сам. Убивает мирного. Идут под хелпу. Видят под хелпой тоже товарища. Ну и забивают на него, мне кажется. Да, забивают на него. И бомба идет вниз. Ставится уже. In time. Во время. ТТТ. Минусует его. Здравствуйте, минус Толик. И... 2 в 5, и мне кажется, это сейф девайсов от команды топ-1. Так, я пасик тут посмотрел, никого не увидел. Тут у нас идет Калемин под девяточкой.
Так. Посмотришь на девяточку. Лёмин. Ну, бежит на респу, где спрятался Гравер. Или Япасик. Кто-то один из них. Ну, так и не добежал. 10 раунд для команды Киберплейс. И... Ту-ту-ту-ту. Уверенно ребята играют. Сонет уже теряет половину своего хп. Я пасик тут прошивал у нас радио. И вроде бы никого не прошил. Уходит у нас Киберплейс на рампы. Уже снизу ребята действуют. ТТТ минус столик. И Гравер тут у нас бежит, 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 бежит. В короткий. Сонет чек длинный. Писфул минус Калюмин. Пролагивает у нас ХЛТВ. Ужасно лагает. Гравер делает уже минус 2. И ТТТ минус Писфул. 2 в 3 ситуация. И Сонет делает еще минус Гравер. ТТТ минус Интайм. И последний у нас остается Япасик. Ой-ой, как же так звук лагает еще. Неприятно. Ну, Сонет убивает у нас последнего Япасика. 11 раунд для команды Киберплейс. Ну что ж, последний раунд и последний шанс для команды ТОП-1 взять 4-й раунд. Свой зачет. И уйти со счетом 11-4 на вторую сторону. Ну что ж, посмотрим, как это выйдет. Как это произойдет, выйдет. Так, Интайм играют у нас на рампах. Гравер уже делает минус. Здравствуйте, хорошее начало. Гравер делает еще минус Анет. Отлично, Калюмин и ТТТ делают у нас по минусу. Гравер делает минус ТТТ. Гравер минус Калюмин. И последнего надо дожать. Юспа жмет пятого. Но Вульф не так. Не так он. Короче, не сдается Вульф. Не дал сделать Граверу минус 5. Ну и... Остается... 1-2. Как же... Смачно просто... Получил Вульф. По своей голове. И 4-й раунд для команды ТОП-1. Прямые руки Гравера просто помогли команде сотворить раунд. Свой зачет. Так, вторая половина. Или еще нет? Нет, будет еще один рестарт. Ну и ждем рестарта на вторую пистолетку, вторую половину. И что-то еще второе. Не знаю. И на вторую тоже ждем. На картошку, рыбу. Тоже ждем это. Так. Где же эти рестартики? Вот они, по-моему. Да, да. Вот они рестарты. И... Ну почему так все сложно? Ну вот, это точно последний рестарт, мне кажется. И мы увидим битву. Да или нет? Да. Да, да, да. Так. 11-4. Чуть первой половиной. Киберплейс в большом впереди. Если такое бывает, конечно. Ну и смотрим пистолетку от ТОП-1. Видим, как они через скрипт в канал и внизу плент установили. Неплохо. Руки вверх. Взрывает просто всех.
Уже кверх, наверное, это Вульф, если я не ошибаюсь. Да, Вульф. Именно его не хватает. Здравствуйте, минус Гравер, in time, минус Вульф. И остается у нас последний, in time. Убивает его, и... 12-й раунд для команды Киберплейс. Не берут пистолетку у нас топ-1, хотя... Отличная задумка была от них, все правильно они сделали, но почему-то они не остались на своих позициях выжидать соперника, а полезли куда-то вперед и в бок, и назад, и куда только они не полезли. В общем, как-то так. Это муха была или мне показалось? Да, Калюмин берет муху. Ну, здравствуйте, тут врывался с петушком. Ну, а топ-1 у нас раздропали, как мы видим. Взяли Тригдигла и 2 КМа. Вроде бы так дропалось. Не знаю, как на сегодняшний день это делается. Ну и что ж, в меньшинстве у нас Киберплейс. И Калюмин тоже в меньшинстве. Ой-ой-ой, Калюмин! Ой, я недооценил этого игрока с таким оружием просто. Я пасик делает минус Санет. ТТТ тоже умирает. Вульф умирает также. И остается у нас последний Калюмин. Ой, интайм пробегающим выстрелом ставит хедшот Калюмину. Вот так вот описывается произошедшее. Так. 5-й раунд для команды топ-1. И полный слив от команды Киберплейс. Толик. О, Толик врывается у нас на рампы, делает минус Калюмин. И на этом все. Я пасик минус здравствуйте. Санет минус Толик. In time минус Санет. Убивает Вульфа с мухи, кстати говоря. И остается у нас последний ТТТ, который должен словить борща. Да, ловит он борщ от Гравера. И это 6-й раунд. 6-й раунд. 6-й раунд берут у нас команда топ-1. И еще один слив от команды Киберплейс. Ну, Санет почему-то взял Дигл. Посмотрим, как он реализует его. Где он? А, еще и ТТТ взял Дигл. Ага. Вульф все-таки остался в своем мнении, наверное, в Диглах. Поэтому не взял. Так, лагает у нас ХЛТВшечка, и звук лагает. Поэтому... И... У нас ситуация, как мы видим, 4-4, хотя Санет очень битый. ТТТ минус Peaceful. И что ж, диглы пока показывают свое. Калюмин тут стоит на такой позиции. Убил, не убил просто. Или попал, не попал. Так. Толик раскидывает у нас рампы и выходит, никого не видит. Это дым. Япасик прожимает тут Санета. И Калюмин просто идет в спину. Тун-тун-тудун. Гравер минус. Здравствуйте. Гравер еще минус Калюмин. И остается у нас последний ТТТ. ТТТ у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну такой момент был просто. Убить плентующего и потом просто найти ту точку, которой никогда не прошивается. Ну, как-то не получилось. Так, 7-й раунд для команды топ-1, и вот она скупочка. Вот она скупочка от команды Киберплейс. Так, у нас ребята из топ-1 шьют рампы, прилетает хорошая хаешечка. Здравствуйте, минус Гравер. Где же это было? А, Гравер. Ой-ой-ой, здравствуйте, уже делают на нуле что-то. Рухи вверх.
То есть Вульф делает именно столик. Идет дальше давить, проживает он темную, никого не нашивает там. 4 в 3 ситуация. И Япасик ждет просто момента выйти из желтого. Но не дождался он этого. Кальомин забирает его, Санет забирает Интайм. И остается у нас последний. Мирный. О, мирный, ты погиб без мира. ТТТ забирает его. И 13 раунд для команды Киберплейс. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Есть у него открытый скрипт, но почему-то он этим не пользуется. Да, открывает еще один скрипт для себя. Флешечкой. Надо запомнить это. И... ну, его ж не выпустят оттуда. Да, флешечка за дальний. И фул просто. Фул флеш у нас. Калемин. Я все-таки убивает Гравера. Здравствуйте, минус столик. Калемин минус Интайм. Япасик и Писфул делают также по минусу. Санет минус Писфул. И Япасик остается у нас один. Давайте посмотрим за ним. Делает он минус. Здравствуйте. 1-2 ситуация. И я думаю, он должен вырулить. Есть у него бомба на руках. Санет. Ну, такой позиции я еще не видел просто. Как на штырь напоролся просто у нас товарищ Япасик. И 14 раунд для команды Киберплейс. Так. Здравствуйте, открывает опять у нас скрип и шьет и входит в этот скрип. Прошивает 10, видит на приемнике enemy, но почему-то не убил его. Писал взрывает у нас, здравствуйте. И вот оно начинается. Меньшинство, нет, цена все-таки сравнивает количество игроков в командах. 4-4 уже ситуация. ТТТ у нас прошивает темную, по-моему. Или это единичка, прощаю. Неважно. Калемин и Сенет делает по минусу уже. И остается у нас мирный и Толик. Толик делает минус 2. Убирает он просто рампы. Своим АКМом убирает. Окей. И смотрите. Идут они. Идут они на открытый плент. Минус от Санета, Санет жмет дальше, не видит никого, и ТТТ решает последнего мирного. 15-й раунд для команды Киберплейс. Так. Остается один раунд взять Киберплейс, чтобы выиграть эту встречу. И вообще выиграть турнир. И все такое. Так, Интайм у нас, видим, Лизию на рампах выходит и погибает от Вульфа. Писфул минус здравствуйте, который опять поджимал у нас скрип. Уже не первый раз он там погибает. Второй раз, точнее, или третий даже. Неизвестно. Вульф минус Толик. Ой-ой-ой. Калемин влетает, минус Япасик, Писфул, минус Вульф. Писфул делает второй минус, минус Калемин. И 2-2 ситуация, есть ХП у Киберплейс, но топ-1 у нас, как мы видим, без хелспоинтов. Так, ТТТ минус уже Толик, по-моему. Да. И остается у нас последний мирный. 16 хп у него есть.
ТТТ приземлился у нас на ту самую точку. Так, Peaceful убирает одного и остается в один ситуация. Я думаю, я ничего не думаю. Нужно просто смотреть. 70 против 4 и еще бомба сверху. Неплохой расклад. Ну, все-таки Санет убивает у нас Мирного. И 16 раунд для команды Киберплейс. 2-1 по картам. А, это значит что? А это значит, Киберплейс берут у нас первый турнир под названием Киберплейс Fast Cup. Да, Киберплейс Fast Cup. И что можно еще сказать? Места расположились таким образом. Киберплейс. Первое место. Топ-1. Второе место. Ничемни. Третье место. И команда Ебаш, четвертое место. Вот так вот. Да, грацулечки. Все как положено.